Добрый вечер. Приветствуем вас из Санкт-Петербурга. Нова Арена на связи. Ну что, вовсю, в самом разгаре уже 17-й тур Борис Суперлиги. Чемпионат России по мини-футболу, футзалу. Сезон 23-24. И у нас, вы видите на ваших экранах, Кристалл Сибтранзит. Кристалл Санкт-Петербург, Сибтранзит из Новокузнецка. Сегодня первая игра на Новой Арене. 6 часов вечера она начнется совсем скоро. Безусловно, важные поединки для обоих коллективов. Под номером 11 Серджио Лопес, 14-й, и Максим Акулов, номер 39-й. В целом, уже потихонечку пошла пересменка. Серджио Лопес, хочется надеяться, да, что... Ох, это гол! Что бы вы думали? Конечно же, Максим Акулов продолжает забивать. Его 7-й мяч в пари Суперлиги. Ну, усиление. Безусловно, вот этот арендованный молодой человек из команды Клименти Сидорова в паре Суперлиги. Ну и, как сказал Клименти Сидоров, однозначно с честью принял этот вызов. Ну и сыграет в паре Суперлиги. Так, а здесь Алькин. Алькин не попадает. Ближний. Да, как раз вот 8 января. Алькин едва мяч не перехватил. Ошибка Серджио Лопес. Это Боливар продолжает забивать, как и Максим Акулов. Еще один гол с игры, уже не в какие-то пустые ворота. Серджио Лопес, третий мяч в рамках пари Суперлиги. Ну, соответственно, лучший бомбардир Андрей Алькин. 16 забитых мячей, 14 у Павла Соколова. 8 у Дмитрия Дробыша. Ну, кстати, давайте про тех, пока кто на площадке не появлялся. Один гол, значит, у Дмитрия Дробыша. У Сибтранзита дубль Панова. Один из мячей с пенальти. Красиво. Красиво это было. Вот сейчас попади в створ. А если еще и забей, а что здесь Мерлушка? Ну, второй один мяч. Думаю, что Алькин мог здесь третий забивать. В серии пенальти Сибтранзит оказался сильнее. 3-1. Все свои попытки. Бразилец сыграл. Мне кажется, уже полноценно так освоился. И... А вот что я говорил. Это Альберто Гаджанов. Он умеет забивать, он умеет голевые передачи отдавать. Это его не первый гол в паре Суперлиги. 17-й это тур. Так, контратака следом. Могут еще забить, ну и так и происходит. 2-2 буквально, что-то в течение меньше, чем минута потребовалось Сибтранзиту, чтобы отыграться. Ну и у нас это Игорь Зайков забивает свой 13-й гол на 13-й минуте. 2-2. Вот так. Зайков будет исполнять. Манбаев. Манбаев. Какой хороший плотный удар. Вот и Васильев. Трус Васильев, 27 лет, наставник Сибтранзита. Акулов на Серджио Лопеса, рикошет и 3-2. А? Кристалл выходит вперед, что? Серджио Лопес дубль или автогол? Посмотрим. Что, Лопес нет? Переподписал Дробыш контракт на 2 года перед началом сезона. Ой-ой-ой, Костяной едва только появился и... Но своего рода мяч исчезнул. Костянук, кстати, 25 лет, 10 плюс 7 по системе гол плюс пас. Саинов, Манбаев, Васильев, подобный спасение. Вот, не, на четверке, точнее, вторую игру повторно против новой генерации. Ковалев шикарно сыграл. Так, а что здесь? Просмотр мы этого момента, конечно, в прямом эфире не увидим, только потом. Вердикт. Пенальти. Два опытных футболиста. Максиму 29, Ивану 37. 27-я минута. Панов. С большим трудом, но переиграл. Подобного 3-3. Снова равенство. Ошибка Хусаинов. Нет, Серджио Лопес. Чистый отбор. Ну и можно убежать. Можно убежать, Серджио Гаджанов. Стена. В лице голкипера сборной Азербайджана. Ну, с русскими корнями, конечно, Альберт. Здорово, как Попов берет игру на себя. Подбивается Кристалл. Контратака. Соловьев, Миронов, Алькин. Можно бить. Левая нога. Это гол. Андрей Алькин выводит вперед. Кристалл. Вот он. Лучший бомбардир команды-то, а? Андрей Алькин. 17-й гол. Пари Суперлиги в этом сезоне. 4-3 Кристалл. Это Гаджанов. Опа! Вот они отыгрываются. А вот и свеженький Попов ликует небольшой
фан-сектор из Новокузнецка. 38-я минута. Вот он свеженький, да. Опа, вот это разыграли. А вы посмотрите. Кто? Зайков. Впервые в сегодняшнем матче Сибтранзит выходит вперед. Ай да гость. Ой-ой-ой-ой-ой, Мерлушкин, это Данер Аманбаев. Все-таки не голкипер. Ну и вот, пожалуйста, и Дмитрий пропускает, это уже все. Дмитрий Хусаинов ставит точку в сегодняшнем матче, да. Ну и кто бы мог подумать, потому как встреча развивалась, что Кристалл постоянно будет лидировать. В итоге 1-5 команда его проигрывает. Ну и браво, браво, Новокузнецк, команда Сибтранзит. Подопечный Евгений Давлетшин одерживает сегодня победу. Друзья, я с вами на сегодня потихонечку буду прощаться. Впереди после матча в интервью с представителями команд, разумеется, и наставники придут, по горячим следам пообщаются. Ну а всех приглашаю завтра на повторную встречу, которая начнется на час раньше